Самару приехали родственники Алексея Толстого. Их визит связан с открытием памятника известному писателю. Они посетили музей, увидели уникальные экспонаты и послушали рассказ о том, как жил Алексей Толстой. Уеду я точно полный впечатлений. Очень красиво, широкие улицы, по которым все видно. Еще погода нас так обрадовала, это прям, конечно, приятно. Вот. Не знаю, всегда ли у вас так, но сегодня просто отлично. Так приятно, что все горожане об этом знают, все горожане его читали. И есть прекрасный музей, который так бережно хранит память об Алексее Толстом. И который собирает по кусочкам самые разные материалы. В нем очень много разных экспонатов, и пианино еще можно поиграть на нем. Буратино очень классный. Он такой с ключиком, ключик нашел золотой, и он очень маленький.